Всем привет! В прямом эфире пикап-шоу «Боец за женские сердца». Мужчины, сегодня мы узнаем, какие подарки женщины ждут, не дождутся, а какие точно дарить не стоит. Ну что, погнали? Что вы хотели бы получить от своего мужчины на празднике? Конечно, посуду. Какой подарок вы хотели получить от своего парня? Я очень хочу новую антипригарную сковородку. А что для вас будет плохим подарком? Ну, смартфон или золотые украшения. Как вы отнесетесь к тому, если парень подарит вам смартфон последней модели? Это будет прямо очень грустно. Добрый день! Пикап-шоу «Боец за женские сердца». Что это кажется, моя? У меня шанс денежный, дома. Какой подарок вы хотели бы получить от своих парней? Кукумала. Кукумала. Привет. Подскажи, пожалуйста, какой подарок ты хотела бы получить для себя и своей мамы от папы? Моя мама любит красивую посуду, а я мечтаю о новой розовой сковородке. А вы что такой кислый? Я однажды подарил жене популярный смартфон последней модели, так мы чуть не развелись. Я просто купил ей посуду, о которой она давно мечтала. Итак, друзья, мы опросили большое количество прохожих и пришли к следующему выводу. Кукмара. 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 Только кукмара. Делайте вывод, мужики. Дарите своим девушкам только самое лучшее. Кукмара. Посуда на все времена.